Сирень Победы теперь будет расти под балконом у Григория Федоровича Воронежского. В июне ему исполнится 101 год. Такой возраст – уважительная причина, чтобы руководить посадкой свысока. Гостям Григорий Федорович рад. Готов поговорить, повспоминать. 9 мая 1945 года он состал в Вильнюсе. Рады были все. А потом митинг был. После этого, значит, организовали командование, застолье было. А вот Мария Ивановна Бондаренко День Победы встречала на Дальнем Востоке. И тоже воспоминания об этом остались на всю жизнь. Радость. Я как раз на дежурстве была в санчасти, когда пришел фельдшер и кричит: «Мария, Мария, скорее сюда, Победа!» Обнялись, поцеловались. Каждому из ветеранов есть что вспомнить, что рассказать, но также приятно услышать им и слова благодарности в свой адрес. Кланяемся вам за победу, за возможность жить под мирным небом в сильной стране. Спасибо вам огромное, что вы, рискуя жизнью, преодолевая все трудности, доказали всему миру, что русский солдат непобедим. Всего в Волоконновском районе на сегодняшний день осталось 7 участников Великой Отечественной войны. Сирень Победы теперь будет расти возле дома каждого из них. А глава Новооскольского городского округа Андрей Гриднев побывал в гостях у Якова Александровича Зайченко. На сегодня это, пожалуй, старейший ветеран в нашей области. Якову Александровичу недавно исполнилось 103 года. Трудно в это поверить, глядя на его бодрый вид и удивительное жизнелюбие. Сам ветеран считает, что его долголетие – заслуга голубей, которых он держит до сих пор. Голубь – это голубь мира. И когда водишь голубей, то смотришь на их воркование, и как они дружно живут, так и душа становится проще, и все такое. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорье.